будем говорить. Короче, делается это на все на легко. геймпаде стоит. Так в прошлый раз сделали. Ничего не получилось. А, это что ли? Не, хотя ладно. Вот, сейчас скажу свой план. Что это? Взять в кольцо. С красную линию. Давайте с Морина пойдем. Да елки-палки. Все, я рисую. Питер, конь. Другим бан. Так это ты все нарисовал? Нет, с Питер. Это обходы на обходы. Короче, хопа. Там же чистое поле вообще, оно просматривается. Вот просто там был 3 танки, я понял. Вот там, вот тогда и 3, давай еще. Стреляй, день хвостов враг, там нас всех положат. А если еще беттер в воду заедет и в море пойдет? Мы в беттер как раз в воду положим. Мы оплываем, ребят, все, план есть. Сколько у нас времени там дается? Не-не, стойте. Вот все, линии никто не рисует, реально. Я КС, все фигня, тыры-пыры. Сколько минут, плывем. Вот тут вот беттер идет по воде. Он плывет. Ну, плывет. Идет. Плавает говно. Он не судно, чтобы ходить. Пальнут его, ты что там? Ну, в смысле, он становится судном автоматически. Нечего. Вот. Ничего его не спалит. У него, знаешь, у него, во-первых, половина будет в воде, а вода автоматически, как динамическая броня. А у них эти 7 старые... Да. В которых прицел там, ну, нормальный, не, но попасть сложно в него попасть. Легко, на можно. Самом деле, с этого прицела, но мы-то не будем давать делать, потому что у нас основная пехота еще тоже там пойдет. Просто а вот беттер берег будет чистить, смотреть впереди немножко. Например, а мы будем за ним плыть, да? Аудитория, слышишь? И нас не увидит. Днем клином пойдем. Че, куда? Смотри, а тебе, сколько у тебя в отделении тел? Тел, раз, два, три тела. Во, ты такой типа СПНчик будешь. Ты у нас отличешь пацанов вот наверху, понял, да? Где наверху точку? Ну, сейчас. Я смотрел. Хочешь пацанов наверх? Я отвлекаюсь. Лимитадный шпац. РПГ дали фугас. Да, я понял. Ну, понял, да? То есть, ты совсем прям ауди. Так можешь пойти там. Главное, чтобы ты завязал бой, понял? То есть, кстати, там, да, я пострелял, можно пострелял, отошел, можешь там хоть как маневрировать, то есть, как тебе нравится. Но главное, подольше их, это, помочь. Понял, а что у них там за техника будет? У них ничего не будет. Абрамс. 5 вертолетов. 7 зениток стоят на камеру. Так, теперь, значит, КВшек у нас, по-моему, нет. 2 батальона ботов, аимщиков. 6-й флот Америки. Кто есть? На домовой дуд в старте. И украинский старт. И белорусский флот. Тихо. Вот сейчас замолчали. Все, у кого КВшки сказали. Кларус. Еще. Аздоник. И значит, вот АВ, слышишь, твоя задача взять КВ с, ну, командира отделения, понятно? Хорошо, я его уговорил. КВ и ДВ. У меня только КВ. Я ДВ не вижу у него. Ну тогда КВ. Вот, сейчас нарисую КВ. Давай мы тогда на свои уйдем. Подожди, нет, слышишь, в смысле на свою КВ уйдешь, а КВ только у командиров отделения, это как ДВ. Ну, нафиг ты куда-то уйдешь, будь на связи. Просто там, если говоришь, что умираешь, Ауди, да мы возьмем больше домов накидай, чтобы больше было такое. Ну ты понял. Антураж? Чтобы меньше ФПС было у них. Да, да, лагай. Не, ну чем больше домов, тем больше, кажется, врагов. Спитер, она вот сгорит, не надо. Так, надо в армию играть. Я буду в небо смотреть. Иди вперед. Или вниз, да? Да. Не, по-моему, чуть больше будет. На один. Нет, не будет. 1,5 дней. Небо чисто голубое, земля разноцветная. Небо тоже цветное. Так, а давайте еще... повторим нормально, без голодежа, по-моему. Так, теперь объясняю по пунктам. Во-первых, каждый из отделений, у кого есть дым, а есть дым у каждого, один дым себе оставляет, другой складирует на базе, Ауди подберет. Вот. Хотя бы 6 дымов хватит. А потом все группы, кроме группы Audi, идут по синим меткам внизу, которые вот
я нарисовал. Нам не больше надо что ли плыть? Здесь есть доллар. Но делаем вначале, объясняю, вначале, чтобы ни у кого не было проблем. Идем до точки ВП-1. Там хватит рисовать, папаш, проследи вот эти круги с памяти, пожалуйста. Так сказал выдай папаша. Вот, смотри, доходим до ВП-1, там ждем. Пока убедимся, ты хочешь, чтобы мы вот так как-то туда прошли, вот на метку Ауди? Ну да, пройди, устрой там заваруху, но тоже по команде. Вначале доходишь, ждешь команды, понял? То есть не усовываешься за зону, не появляешься. Когда я скажу, типа, начинай там стрельбу, я, ты делаешь. Я бы рекомендовал довести аудиторию туда, на бетере. Можно так делать, да? Высадку сделать. Можно там. Так. Бетер потом вернется, слышишь, на базу. Кто там, Вилос? Твоя задача сделать так, чтобы ты бетер именно подвозил так, чтобы тебя не было видно. Там есть низины, ты вот было слышно. Проводишь, да, было слышно, где-нибудь на 19-й ЛЗ делаешь вот этим, поставил метку, да? Это в поле, это чисто поле. Там вроде ну, неважно, подъем, да, он будет... Да, они могут просто за бетер. Хорошо. Разводиться. Вот, высаживаешь и быстро прям по ВПП, ну или не по ВПП, а лучше по ВПП, чтобы ракеты не получить случайно. Уезжаешь там за границу видимости и едешь в заплыв сюда. Вот, видишь, метка. Угу. Туда заплываешь. Скалом. Да, только делай что-то так, чтобы у тебя уже был стрелок. Если там нельзя сесть, сразу определите человека, который сидит сменит слот, если нельзя садиться обычным стрелком. А еще с кого туда надо довести? Аудони, их же оттуда увидел. Ауди. А я где появляюсь? Где я появляюсь? На красном флаге. Красный флаг. Так, аудитория, то есть там, я аудиторию довезу до красного метки. Его... Там у вас маяка будет. Не, до красной маяк метки. Посмотри, видишь, это... зеленая метка. Я еще да. Пишу ее сейчас. Маяк находится выше вас намного. Хорошо, а на каком расстоянии держаться от берега? Дальше. От берега, ну, 102 метра. Заплываешь, говоришь по ДВ. Я сейчас еще... Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, так. Да, да. КВ, КВ-то не будет. Так у них задача какая? Берег перекрыть подход. У тебя есть КВ? Посмотри там. Да, кажется, нет у меня КВ. А что у них? Рация есть? Да тут рация не пишется. У нас... Она появляется после... Нет, нажми мой отряд и посмотри, есть ли у тебя. Да нет у меня тут рации. Не рации, она появляется после того, как начинается игра. Она не появится, чувак. Должна быть в инвентаре рация. Если нет, значит, ты пользуешься ДВшкой на технике. Батаре. Да. Если сможешь, выйди на КВ-167. Если я тебя там услышу... Паша, у нас работает, что с КВ и ДВ одинаковые частоты? Или нет? Нет, не работает. Все, Азоник, короче, если услышишь, мы умираем, сейчас... вы меняете все частоту. ДВ-23 для связи со мной, понял? Смотри, ты заезжаешь, говоришь по ДВ, что все, я в воде. После этого мы начинаем движение. Ты сидишь там в воде и смотришь берег. Потом начинаешь двигаться. Я даже сейчас немножко по-другому нарисую, чтобы ты не ошибился. Тебе надо будет двигаться вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так что мы ВТР отвезет, да? Там, да. Где БТР еще остров есть, правда, может, как-нибудь залезет, я не знаю у них. Он же ровный. Что сделать? Смысл, он тут особо ничего не делает. Он пустой. Дальность небольшая. Вот. Когда доходим до ВП-2, ты будешь... Сейчас. Именно стрелка, то есть там круг есть такой невидимый, да? Выезжать к берегу, если мы займем его, понятно? Если нет, там уже по обстоятельствам. Ну и все, и зажимаем потихоньку. И самое важное, на базе, когда будем стоять, втыкать с восклицательного знака чек, оттуда может какой-нибудь киберкотлетный чувак из пулемета расстреливать нашу базу. Ну, пускай Беттер встанет поперек. Беттер, пусть поперек встанет и все, ящики загородит. Вы не забывайте, я водитель, мне нужен еще стрелок. Сейчас, Доник, да. Мы попытаемся вот на метке Ауди. Паша, из твоего отделения выбери человека. На что? На стрелка. На стрелка? Сейчас пальцы скрестили. Я уверен, студент справится.
Нет, только чтобы не санитар. Все, ливаем. Санитар должен остаться. Ну или стань на слот санитара тогда. У него не 600 часов на БТРе. На БТРе, бля, у меня вообще 1000 нах. Тогда затащи. А надо 600, все. Да. Так, все. Ладно, давайте. Ладно, я сам встану тогда. А куда встать-то надо, пацаны? Подождите, подождите. Стойте сразу, мы с вами цепанемся. Надо занять слот стрелка у БТРа. Давай я сяду. Паша, давай. Если кто-то будет стрелять по базе, это же как бы атака респауна. Стойте, а медика-то у нас нет, что делать будем? В моей группе. А это открыть рацию там в технике Ctrl-P, да? Да ладно, все равно умрем. Это клавишка Ctrl-P. И Alt, P, это DV. Погнали, давай. Я занимаю стрелка, да? Правильно я понимаю? Да, перезайти, занимаю стрелка. Надо занять свой стрелка. Сначала попробуешь сесть, а потом в смысле, а как можешь перезайти? Сейчас нажать выход, да? Вот этой. Ну, сейчас стартанем, да. И занять свой. Это кто сказал, что занимает стрелка? Студент. Батов, если что, можно у них подзабрать РПГшки всякие там? Да-да-да, бери, дай. Давайте, давайте, негры. Грузите уголь. Так, слот надо занять. Я тут сбросил оружие. Кого там уже банит за стрельбу по ботам? Прикол. Медика. Студента пристрелили, полечите его. Спитер искусственный. Что-то здесь натыкал в землю. Палок каких-то. Не забирай. Нахуйка. Еще один умер. Аудитория, где аудитория? 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 Где аудитория? Я тут сижу. Да пошли, отойдем. Я дым скидываю. А я понял. Три штуки скину. Негу пофиг дымовой есть. Хочу дымовой скинули. Вы, блин, прячьтесь, сейчас. А я тебе тоже скинул один. С 80 что-нибудь начнет лететь. А так или с бабам, парчин, ты знаешь. Где медик? Я мой. Ну, дебил какой-то бьет баток, когда я стал. Парень, у тебя дотки много очень. Ты чё? Рюкзак можно? Кому очень плохо стоит, студент. У него 600 часов. Когда я говорю, кто стрелял, никто не говорит. Быть может, рюкзак? Студент, Зулик, у тебя КВТ есть? У меня есть КВТ. Рюкзак, ну тут я не знаю, только ДВшку взять. Я смотри, вот, я сбросил случайно рюкзак. Рюкзак. Маяк, смотрите, кто. А, там не можешь взять? Да, я ему не могу взять. Ты сначала дым возьми, а потом рюкзак. А, места нету, ладно, сейчас. Ну, ты другое место свали просто. Давай, сейчас возьму лишнее. Давай. Пробуй рюкзак. Нет. А, все. Парфюм зачем он нужен? Спасибо. Короче, мы пытаемся. Верните гранат. Нет. Эйви, где Эйви? Я здесь. Иду. Кто меня потерял? Я помню, здесь точно было. Эйви, ты меня зашибись. Зашибись. Я сломал себе эйс. Вот это. Этим перезаходом. У меня, короче, есть меню сломался. Я думаю, я не хотел же получить бан за такую респа. Как мне неохота перезапускаться, ну ладно, придется перезапуститься, пока мы не начались. А если кнопочку попробовать переназначить через Escape, Ace установки? Или сделать там что-нибудь, сохранить? Да у меня есть меню пропало. Перезаходами. Могу я? Перезаход ломает. Кто там про гранат спрашивает? Кого это? Не плохо.
Я Раму сейчас перезапущу. Это ты сервер все украл? Нет, ты у босса сразу рюкзак взял? Ну да. Я что-то ни у кого найти. Ну, когда берешь сразу рюкзак, то все, что внутри пропадает. У меня рюкзак я взял. Ох, штерма. Вот и опять атака, смотри, поделилась. ПЗ. Че-че? Может, не будешь стоять? Сейчас. Тут у нас все люди в ту сторону побежали. Черт, все равно не помогло. Нам не на жопа. Юг нужно, все побежали на север. ПЗ. У нас нарисовано же, что нужно идти через другой вход. Ну? А все побежали туда. Все побежали через лёд. Понятно. Понятно, ну зачем? Пошли. Только здесь нас увидят, мы когда будем подниматься. Поэтому они сделали все правильно. Ну. Человек короче, валяется. Короче, от меня как медика толку никакого. Ну так и стрелок обычно. Да. Здесь медик уже не помогает. Спасибо Аздонику. После Намальского даже как непривычно так тихо. На Намальском же все звуки эти громкие. Еще половину прибавилось, но как-то тихо. Да, я даже громкость менять не могу.
Ну и где они? А? Да, не знаю. Сейчас мы сверим с карты, так, квадрат. Ага. Это выступ. Мы на нем примерно. Где-то здесь. Вон Беттер. На 80. Ёбаный. Что, их метки не работают, вот. Ого, застыл. Репит, на ФСБ посмотри. Посрать присел. Короче, там у нас либо труп лежит наш, либо раненый. Я ничего сделать не могу, у меня эйс меню не работает. Где? Я наверху где-то на 80. Ну сейчас не пойдем, опасно. Где Азоник? Не знал. Азоник? Да. Азоник. Ответ калит. Я на 40 ничего не наблюдаю. Вроде лесок кажется чистеньким.
Ладно, ладно, ладно. Это я сейчас бегу. Чудеса. Наши кинули, да? Наверное. Ой, здесь что-то лаг какой-то, лаг высаживался. Кто высаживался? А да ты там как будто вышел. А, я фикс хэтбэк делал. А, понятно. Короче, не помогает эта байда. Аж пойдем на север в елки, да, куда-нибудь. Да надо уходить отсюда. Слушай, посмотри, вот здесь вот в прогале, айви. Вот здесь вот есть прогал, если стоя, то немножко видно вот на 100, 110, 105, где я стою. Мне в башку прилетит, раздевайте, если что. Вот этот лес, это чистый лес, да, у нас на 40? 40, на 40. Наверное. Отсюда, ближний. Тысяч. Не, на 40, на 40. Ну да. Там вон техника катается. Наша, что ли? Все, ее сожгли. А зачем она туда поехала? Непонятно. Вообще не по плану. Ну что, можно попробовать этот вперед пройти немножко. Что думаешь, если на сотку нам закинуться-то? Оттуда попробовать пошмалять. На... Это с леса? С леса 40. Как будто можно? Они притихли. Может быть, уже. Нам вон идут, люди вон наверху кто-то там. Пойду сбегаю. Пошли туда, короче. Скажи. Даже 40? Им. Да, наверх. Давай по одному сейчас это. Ну я первый. Очередь. Паш, забери немного левее. Насрать. Мне уже насрать. Что там видно, спидер? А сейчас главное не разделяться. Да, камня вот смотрю, вокруг никого нету. Не знаю, не за камнями или где. Труба оттуда прилетела. Ну туда. А здесь еще кто-то был. Подождите, сейчас это Иви пускай посмотрит этим биноклем. Он все-таки видно будет больше. Вперед ушел? Могу бинокль дать, если надо. А, вижу, он уже ко мне. А, сюда работает, сюда. Наконец. Прям через дом, через дорогу сидел пех за забором. С пулеметом, он стрелял. Ты хочешь сказать, что он 1-4 уже снял? Я не знаю, но он там один был. Паша, а ты были далеко. Че? Ты тут что ли? Да. Ты тоже убили? Да я намеренно поле словил. Просто забей, мы в бой ехали. ВЭшка. Да. А что вы делали вообще на земле? Вам даже нарисовали на море линии, где вы должны были находиться. Вы поехали туда. О, вообще. Перепуга. План слушали вообще или нет? Я не знаю, должен был с белком быть. У вас на море, видите, нарисован зеленый ромбик с овальной, от него синяя стрелка движется. Такая. У меня не было меток, может из-за того, что я перезашел или еще что-то. Я вообще-то перезапустил арму, у меня все есть. GPS не включался, а ДВшка не включалась. Я не знаю, почему ДВшка не включалась. Ну вообще план был рассказан. То есть даже не обязательно метод. Ну, наш косяк, да, есть. Ну там ДВшка не включалась. В упор подъехали прям к ним, к их позиции. А что у меня есть меню не работает? У меня не есть меню не работает, вообще ничего. Наверное, да. Не знаю, я, короче, все пошел, все меня ну, собирал. Ладно, всем счастливо. Давай. Паш,
что? Через тебя же можно как-то, я смотрел, арму прикупить третью, да? Ну, вероятно, там, если не закончится. Чё там? Если не закончилось. Понял. Ну, будет денежка, я обращусь. Да. Там как-то по ссылке или что там? Да это... Через как называется-то, господи. Уже не помню, как он называется. Ну да, то есть через WebMoney, через PayPal можно, через Яндекс.Деньги. Короче, мы потерялись. Короче, вы что-то все, я так понял, тупанули и вообще не туда пошли все. Мы к красному квадрату пошли. Не-не-не, меня убили прямо вот на начале, мой трупик лежит в синей стрелочке, откуда мы должны были идти. Я прямо на самом ее начале. Ну, это понятно, да. Я вот только присел, у меня сразу пулемет в голову прилетел. Да там какой-то пулемет лежал. А там сидел он за дорогой, там, он, типа как заборчик маленький за дорогой, и он сидел за этим заборчиком. Это ворон. Мне что понравилось, что лайков нет. А что ДВшка-то не работала? Она вообще открывалась? Не, она открылась. А когда нажимали на Caps Lock, вообще ничего не работало. Надо Ctrl Caps Lock. У ДВ работает Ctrl Caps Lock, а КВшка Caps Lock. Студент там тоже так же пытался, вообще не работал. Так может никого не было на связи? Ну, типа поставим там 30. И не работало. А Сдоник, короче, план придумал слить всех и сам пошел вперед. Вот такой вот у нас КС. То есть мы типа для отвлечения внимания. Мясо, чисто. Да. Вот, а сам пошел вперед. Не, на операции же гамбит называется, тогда в принципе да. Все логично. А где они сидели? Вот за маяка все-таки. Нет, они на мысе на этом. На все туда спустились. Да, так уже все, уже что-то. Да, им уже очевидно, что атака здесь идет. А кто это? Где были мы, там был один человек, один пулеметчик, один еще в деревне сидел, и один где-то сверху там с края лазил по скалам. А я видел бошку или что-то, я вот понять не мог, что это за хрень. Ты ломанулся прям через поле туда, я думаю, блин, сейчас жопа нам настанет. Да я, блин, к забору побежал. Бежим, тишина, только я присаживаюсь, все, сразу пулемет убивает. Вот так. Ну и че этот ослоник, блин, медлит. Зашел бы, залетел бы уже. Сейчас его убьют. Че-то как-то тут проблема. Виднеется. У меня сейчас не спектраторы, а просто какая-то картина висит и все. Мне вообще вот ничего нет? Ни меню никакого? Ну, какой-то фрагмент того, что... Фрагмент утёсся и все, и ничего. А вверху там свободная камера, там вообще ничего, ну спектатор не включился, ничего. Это либо перелетит, но в тебя не пустят сюда, там миссия не закончится. Ладно, либо подожди. Сидеть смотреть. Он сейчас вижу, двое наших уже подходит. Окар, короче, там прижало. Ауди, я так понимаю, вы сидели там с Каркарычем, вообще не понимали, откуда палят? Нет, я понял откуда, но я ни хрена не видел. Чё там, Аздоник, того?
А нет, бля, я без ног остался, вообще гриндец какой-то. Тут еще, он сейчас будет долго жить, потому что они все палят на гору, а Азданика никто не знает. Знает, знает уже. Не-не-не, его, по-моему, ворон уже запалил. Его вон уже, да, он же гранаты кидал с скалой. А-а-а. Они двое сейчас захватят и все. Вон, по-моему, сейчас ворон. Я сдох. Поздравляю. А вы, у тебя работало из меня? Да, работало. Ну, что толку от бинокля? Толк есть, когда командир как стороны ушел вперед и оставил вас на мясо. Ворона, кстати, слил, нет? Не, ворон был еще живой. А кто это там толк? Он убил. Чё? Кого он убил? Меня убил. О, все, наконец. Красные, Беттер, вот все красные сделали все, чтобы проиграть миску. Если мы выиграем, я просто скажу, что это, ну, чудо. Аздоник, а скажи мне, а что ты там делал вообще? Без отряда вперед убежал. В смысле, Питер оставил одного позади. Я Корвуса, и я выиграл, начал внутри, а пошел корректировать Спитера. Давай скажу я так. Во-первых, Беттер поехал прямо на врага, а не как было обговорено в воду, и сжёгся. Оба наших гранатометчика, знаешь, как получили снаряды? Они подошли к помощникам гранатометчиков и взяли их рюкзаки. Тем и просрали все. Потеряв все снаряды. Что, что я сказал Ауди? Ауди тут мёртв уже? Это Ауди? Нет, нет, он ещё живой, он живой. Он ещё жив? Где? Да ладно. Да нет, я нет. Нет, я жив. Что я ему сказал? Подойти к синей, ой, красной зоне и завязать бой. Все зашел в зону, потерял половину отряда. И чё, вот все, мы вот получаем то, что имеем. Как это вообще? Как с вами? Ребята, мы до зоны еще не дошли. Мы вот подошли к начале стрелочки, и там нас ворон поверхность. Начало стрелочки. Ну вот самое начало левое. Первый поворот. Сбор. Где метка сбор стоит, вот там нас и приняли практически. Какая метка сбор? Нас на сборе. Ну где ты обозначил? LZ, да, там метку поставил. Или что-то а ты там что делал, Паша? А что я там делал? Я шел с отделением всем. Ты мне сказал перезайти за медика, я перезашел за медика, у меня SMU не работает, я. Ну, и че? А, так а что ты делал там, где Беттер? Где Беттер? Ничего не... Ты сказал, что вы на метке ЛЗ восприняли. Нет, на ВЛ1. Ну ты же сказал, пехота собирается на метке ЛЗ. Нет, на ЛЗ едет Беттер, где высаживают отделение Ауди. А, да, как, вот эта вот изогнутая по земле метка синяя, она для кого была нарезана? Внизу? Сами линия. Не на море, а на земле, которая. Ну, внизу, да, там пехота, все правильно. Вот, я на изгибе, где вот зеленая меточка стоит, кружочек, точка. Вот там сбор, ты сказал, для пехоты. ВП-1. Ну или ВП-1, я не вижу текста, там мелкий слишком. Ну, приблизь, увидь, скажи мне. Не видно ничего. Отлично. Если ВП-1, мы туда пришли, я со всеми туда ВП-1, пришел. ВП-1. Туда со всеми пришел. Репит, я это видел. Прихожу. Что ты видел? Как прямо в тебя ГПХ упал. Выхожу, значит, замечательно. Хочу посмотреть, что там. Со мной выходят все на эту высоту. То есть Ваню конь не достает, что надо выходить на высоту. И по всем начинают стрелять. Мы вниз уходим. Так инструкции для кого созданы? Ну, ну. Ты должен был сказать, всем сидеть внизу, никуда не вылазить. Со мной два командира отделения, ёлки-палы. Почему я должен со всеми, как ну, в детском саду? Ты сейчас был командиром моей стороны и командиром отделения. С чего это вдруг? Там вот Корвус так. Один командир отделения, я прям назначил. И я. АВ. И Ауди, третий командир отделения. Ну, не отделение, а фаертим. Фаертим. Не, надо перекладывать с больной головы на здорово. Ну вас нафиг, просто все. Спитер куда-то смотрит вообще на юг, на север. В
всегда. Что спитер делает вообще? Я не знаю, он смотрит куда-то уже в тыл нам, где никого нет. Чётко действует. Он заблудился. Да, куда он вообще? Война уже где-то. Вот там Каркар сейчас всех зарешает, Каркар. А он всегда так, кстати. Да, да, это Воздоник так сделал. Мальборо повернул. Потому что единственный прошел нормально. Меня ну, Каркар, справа, посмотри, справа, Каркар. Ты там в одного собрался? Ты вот идешь? Мне просто интересна твоя тактика. Ты вот идешь. Видишь, что никого нет. Здесь стрельба не слышу. Че? Ты идешь, видишь, что никого из твоих вообще нет. Но ты продолжаешь идти упорно в эту же сторону. Логика какая? В смысле, я пошел к спитеру корректировать. Спитеру корректировать. В упор, да? Подойти, сначала потыкать калашом, а потом сказать, стреляй, спитер, сюда из-за СВД. Да, вообще-то я заметил, пострелял. Туда стрелять. Он потому что вообще не выкупал, куда стрелять. Понятно, короче. Я не трудно был вас вести, с чего вообще такое взяли? Я вообще не точка сказал. А вот не надо на брифинге воду лить. Какую воду? Питер там, Каркарыч, надо вот всех их пресекать резко и самому тоже меньше лить. Конкретно раздавать задачи. Потому что я так понял, вот БТР, что он сделал, он... Он не понял задачи вообще. Они подожди, не то что там меток не видели, они нет. Раз 50 сказал, воду вам надо. Ну хотя ну, бы вот, воду заехать. Вот надо было БТР поймать и спросить, что вам делать надо. А, на рисунке картина масла. Я да? Спрашиваю, настройся ДВ. Молчание. Говорю, это Audi, ты сейчас внутри на арене они что-то настроили ДВ. Я наорал, они такие начали между собой что-то общаться. В них, я кстати, понял, типа ДВ не работал. Не могли включить радио. Да, вот, они, да. Типа. Нет, потом, короче, смотри, сейчас умер. Потом я Audi говорю, дай им КВ. Почему ты не дал им КВ? А в общем, все на самом деле просто, друзья мои дорогие. КВ, кстати, прежде чем умер, было с базы бежать, нужно было проверить связь. Да. И все. В смысле? Я чекнул КВ. Давай, я тебе ключа настроил, зашли внутрь, и все. Они знаете, что сказали? Они капслок нажимали. Не проверили связь. Связь проверяется, смотрите, не так, что она отступает. Синие отступают. Да они просто оттягиваются. Ну. Убегут, убегают, убегают. Ой, никто время не засекал, сколько там прошло. А что спитер делает? Да нет. А, тупо связи да нету, просто жопа. Ну, час 04, минус брифинг. Сейчас своего же Каркарыча. Ну, друг друга давай, молите. Че, своего убили? Скоро да они между собой тут воюют. Вроде разобрались. Ты дурак, нет, ты дурак. Я первый стрелял, нет, ты первый. Нет, ты первый дурак, да? Да. А ты второй. Сейчас я огонь разведу и будем жечь. Картошечку печь. Да, DayZ. Топориком этот. Дерево порубим. Костер разведем, блин. Полная дичь. Скоро? А сколько времени они дают по миссии? Это без этого. Это по-моему без времени. За незнание рации вообще запанить. Не знаю, в условностях было 40 минут написано. Да? Я только увидел, что 5 минут фристайма, все. Ох, нет, какие у них были. Не, ну движняк в принципе нормальный был, но вот то, что у нас. Старт 31 минуту был. То есть 30 минут прошло уже. Минут 9-8, наверное, есть еще. Кстати, там снял тогда. Чего? Кого тогда снял? Пулемет какой-то и код с трюком. Не знаю, не отследил. Я знаю, что там пулемет надрачивал нас. Там ворон был. Пулеметом там очень хорошо нас надрачивали на том на той стороне. Не, потом его убил. Нет, он, не. Он бегал до сих пор, но он отступил. Я ты, точно ты убил 1249, а потом меня. Это а, ты тебя... меня убил, да. Я тебя пулемет. Но тебя какая-то убил не я их вручил. Там ворон нас
например. Да, и меня убила анимация с биноклем просто. А что с ним? Мата не хватило. Ни перекатиться, ничего нельзя сделать. А, ну да. А чё по коридору за спиной, типа? Чё это такое? Носилки? Или а, нет? Точно, а, носилки, по-моему. Ну и у меня, да, Сдоник, все сломалось. То есть у меня есть меню, ни рации, ничего вообще не работало. То есть от меня, как медика, я перезашел на слот медика, я чисто его просто занял, все. А, и носил рюкзак. Перезашел? И даже перезапустил арму. Я выключил арму, включил заново, и то же самое. Надо было и Steam, наверное, перезапустить. Ну вот. И компьютер. Ты, и свет еще, рубильник передернул. Как ты называешь неправильно мой скрипт, потому что мой скрипт... У него, я видел, я нашел прям специальную команду, которая относится именно к менюшкам, ну вот, командным. Это никак на есть не должно влиять. Ну вообще. От слова. Ну как вообще. Я его неправильно вызываю? Я через этот... В общем, он каждый раз вызывает для запуска миссии. Два ствола. Да. Ну краба он напугал краба. Даже может попал. Да, попал. Руки тряслись так. Сейчас корову сломит. Бедного каркара, что два ствола. Ну либо словит, либо кому-нибудь дать передаст, прикурить. Угу. А ворон с биноклем стоит. Да, там вообще такой рассадник рядом с корпусом. Гранаты. Да вообще. Может услышит. Не, гранат не хватит. Три человека уже, он четвертый подбегает. И пятый сверху. Он, бедный, наверное, слышит все это, слышит, топчется, топчется. Сколько бы мне человек стрелял? Двое. Это и два пулемета Кокарыч, это было, по-моему. Два, а, нет, пулемета. Два пулемета работало. Два я пулемета. Думал, все команды их. У да. них все пулеметчики, все. А Корвус, обернись, Корвус, ё-моё. Оп, есть контакт, нету. Нет. Корвус. Внимание не обращает на него. Он думает, что это я. Не, он сейчас обойдет, правильно делает, сейчас, если он запалится. Ну да, он может уйдет сейчас. Давай направо. Молодец, ушел. Сейчас. Оп. О, вот это жесть! Странный лаг был. Там еще третий слева. Двое. Да, туда идти. Оп! Шальная пришла. Слева. Я слышал, там их двое или трое было. Трое. Еще вот третий тут. Четверо, ну, да я знаю, четвертый убежал, да, просто по берегу, я его ставил. Я пошел этим, забежал, двоих свалил. Это пятый убежал. Ну и жан, я краб живу. Да, его ранил так. Ну все равно свалил хотя бы. А че там боты делают, я где? Вон бот-пилот валяется. А, ну, не спрашивай. Видимо, расстреливали. Ну чё, сейчас возможность у спитера появится. Спайтера. Или ворон сейчас на это. Монти спайком? Да. Если блин, вообще туда откачали. Я же хотел еще не оба живы, что ли? Нет, Вестфуд только. И крон, и краб живой. Краб, краб живой, да. Да. Не живой. А кто шел с юго-запада у вас отрядом? Ты краба ранил, а не Вестфуда. Вестфуда тоже. Ой, а, да, краба. Да. Нет, ты меня убил. Нет, я еще же кого-то там убил. Ты убил меня кого-то? Убил. Краба ранил.
Да я хотел его добить, но блин, я слышал, еще кто-то сзади ходит. Надо и... Паша, но меня кто-то миссия... другой снял. Кто-то миссия... вот в городе. ПП-шные вот. Патроны выдавать всегда. Русичу. А, это можно еще поменять канал, а то у нас получился только это общий канал группы. Из-за все этого правильно. Были. Из-за все этого правильно. Были проблемы. Пираться это кто всех. Говорит? Иванчик. Потому что мы с вороном бежали на юго-западе, спалили ваши отряды и только... И меточку не могли дать. До рации вот правильно, смогли правильно. Сказать. Ну, радиообмен, чтобы... Надо только прямую речь оставлять. Через прямую речь ставьте метки и все. Вот. А так мы спалили ваш бета. Спитер сейчас его не спитер. Заметит, и, короче. Да. Да, да. И ему ну, маслин ну, прилетит ну, ну, много. Он что, его не видит? Гаси. Наверное. Выдержал, что ли? Саня, там 3 FPS сейчас такой. Туда-сюда. Фиксили. Граната пошла. Ворон вершу спитера. Я ставлю на ворона. Ох, даже осколков нет. А вот теперь есть. Да ему пофигу. Спитер поймал, ему да, пофигу. Ворона в рожу попала, да? Спитер справа, справа, спитер. Это что за... Спасибо FPS там. Минус один. Бля, патроны кончились. Сейчас, смотрите. А ему сейчас прилетит сбоку. Ну, ему сейчас ворон насадит. Да. Не, ужасно. Ворон сторон. Ворон сторон. А, ёлочка, ёлочка! Родимая. Да, конечно, тут расстрел такой с двух сторон. Из пулеметов и без сады. Всё рубить надо. А чё вы там? Сейчас бот остался. Там бот остался. Он сейчас зато... Чё он промахивается, лол? Гоу заново, смотри. Вижу рюкзак, не понимаю, свой не свой. Стреляю по нему, не знаю, его спасает текстура чего, и просто он бежит. Да, я, мне... Как ему копать с камень? У тебя сколько FPS там было? Нормально. Нормально? Ну тогда 25. Непонятно. 25. Я вижу рюкзак, всё, я просто не понимаю, свой не Паша, свой. Да, да все, все, там уже нет никого. Бот остался. СВД, да. СВД. Это было очень тупо. Паша сколько, за бота сколько... пошел переходить. Сколько я мальчик? Да, мой бот, кстати, остался. А вы видели, как оборачивался? Вот вы это видели? Да, видели, видели. Елочки, елочки. Твоих круто, че? Я, блин. Краба чуть добил. Гребаное дерево, которое за ну, он стоял, просто не понимаю, свой не свой. Да пофиг, вроде, вроде... все, что этот.